Игорьке. В воскресенье давали 3 представления. Потратил 6 рублей, пошел на все 3. Ему очень понравилась девушка, которая открывала программу. Театр «Степ» существует уже 18 лет в городе Нью-Йорке. Мы играем спектакли на английском, русском, даже на испанском был один спектакль. Этот спектакль для нас очень странный, мы до сих пор не можем понять, как так получилось, что Шукшин вдруг образовался и познакомился с Феллини. Для нас это до сих пор в некотором смысле загадка, вот, и мы пытаемся эту загадку решить для себя каждый раз, выходя на сцену. Спасибо. Легче стало. Может, еще хочешь? Можно вообще-то, только не здесь. А где? Можно и ко мне пойти, у меня дома никого нет. То, что снимает Феллини, то, о чем он говорит, понятно всему миру. Весь мир любит Феллини. То же самое Шукшин. Они говорят о людях. Но проблемы у итальянцев, и у русских одни и те же. Просто формы разные, лица чуть-чуть разные, но в принципе это одно и то же. Скажите, пожалуйста, а он слепой был? Слепой! И давно? 10 как? А что? Да так. Это удача, даже я сказал, счастье, что мы приехали на этот фестиваль, и не только сам фестиваль. Много тут мы посмотрели других коллективов, просто разнообразных, феноменальных. Город какой, люди какие. Я в таком театре был, когда мне было 5 лет, это было лет 89 назад. Вот я вдруг погрузился в эту атмосферу, люди, профессионалы, полслова, все поднимается. Не могу сказать, что в Америке такое вот количество профессионалов на квадратный сантиметр. Да,